А в Ишиме приступили к ремонту здания школы номер 8. Здесь полностью заменят крышу, отремонтируют фасады, входные группы, сделают пандусы. На двух этажах будут оборудованы дополнительные туалетные комнаты. Работу выполняют подрядные организации из Омска и Екатеринбурга. В скором будущем строители зайдут в еще одну ишимскую школу. В ближайшее время постараемся проектную документацию по 29-й, ныне 12-й школе тоже закончить. И будем просить дополнительно денег на ремонт 29-й школы, потому что это железнодорожная школа, очень старая, требует очень много ремонта. Потому что после 8-й школы будем решать вопрос по ремонту именно 12-й или 29-й школы.